Бокс – не женское дело. С тех пор, как год назад Мария Чигаркова пришла на свою первую тренировку, она не устает опровергать это заблуждение. Я видела великих спортсменов по телевизору, мне понравилось то, что и женщина, и то, что он стал олимпийским, поэтому раньше же не был олимпийским видом спорта бокс женский. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Пока же спортсменка ставит удары и оттачивает мастерство на турнире «Лето в боксерских перчатках». Этот проект депутаты Гордумы организовали для самарских детей год назад. Наши ребята самарские могут совершенно бесплатно, несколько раз в неделю, приходить сюда на нашу прекрасную набережную и в этих условиях заниматься с лучшими тренерами нашего города. И, как уже показывает опыт, кто-то из этих ребят уже в сентябре месяце приходит и серьезно начинает заниматься боксом. На тренировках ждут всех, независимо от пола, возраста и материальных возможностей. Главное – это желание, говорят организаторы. Все занятия проводятся совершенно бесплатно, а форма и необходимый спортинвентарь выдаются на месте. Выйти на ринг под руководством профессионалов самарские ребята могут на Ленинградском спуске набережной вплоть до сентября. Занятия проходят каждый вторник, четверг и субботу с 9 до 11. Анна Шорина, Андрей Тишин, Алексей Ногинский. Специально для 63.ру.